Большой праздник состоялся накануне в Челнах и сразу на нескольких площадках. В органном зале прошла первая елка мэра, куда по традиции были приглашены отличившиеся успехами школьники, а также ребята из коррекционных школ и малообеспеченных семей. Всего около 400 юных челнинцев. Кроме того, в 38-м комплексе после масштабной реконструкции открылся каток на территории школы номер 53. Вместе с челнинцами радостные моменты разделила и съемочная группа программы «Челны-24». В этом году главные герои елки мэра – челнинские школьники – были приглашены в органный зал. В связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции ребята сидели отдельно друг от друга, но волновались, как и каждый год. На елке мэра я первый раз, мне здесь очень нравится. То, что я на елке мэра, для меня это очень радостно, то, что я увижусь, наверное, с мэром. Новогоднее настроение гостей поддерживали актеры органного зала представлением «Снежная королева». Градоначальник сладкими подарками и поздравлением, и, конечно, сами ребята, многие из которых по традиции пришли в костюмах. Хоть и нет хоровода, который всегда на елках, я решила одеть этот костюм. Хоть мы ничего не будем делать, но мне понравилось, и я хочу быть нарядной на этом празднике. Те результаты, которые вы сегодня достигаете или достигнете в учебе, безусловно, уверяю вас, пригодятся в вашей дальнейшей жизни. Мы гордимся вашими результатами. Ваши результаты – это результаты нашего города. Праздничное настроение в этот вечер царило и на хоккейном корте 38-го комплекса, где после ремонта открылась практически новая ледовая арена. Вторую жизнь она получила благодаря содействию депутатов городского и республиканского уровня. И не случайно. Местный корт пользуется большой популярностью как у спортсменов, так и у любителей льда. Тут бортики новые, лед новый, надписи новые. Здесь нужно отдать должное жителям. Очень активные жители. Здесь данная площадка, она всегда занята людьми, детьми. Депутаты не исключили, что подобная работа по обновлению ледовых арен Челнов продолжится и в следующем году. Любовь Захарова, Ради Ганеев, Челны-24.